Перед трансляцией сериала «Ранняя пташка» многие зрители считали, что исполнителей главных ролей Джана Ямана и Демет Аздемир связывает не только дружба. И, похоже, слухи о любовной связи подтвердил сам актер в интервью изданию «Хьюриет». Он заверил, что это правда. Джангист Семерджиоглу взял интервью у актера, и Джан высказал свое мнение, что успех сериала «Ранняя пташка» во многом объясняется тем, что их любовь с Демет Аздемир была не выдуманной. В истинную любовь легко поверил и зритель. Их можно было считать настоящей парой с 20-й серии. Если бы в характере Демет преобладал снобизм, то ничего не вышло бы. Например, с коллегой по сериалу «Кто из нас не любил Селен Сойдер» у Джана были недоразумения из-за ее снобизма. Поэтому правдоподобно изображать любовь в кадре было проблематично. У актеров, которые вживаются в роли любящих друг друга персонажей, должно быть высокое либидо, по мнению Джана. Но оно либо есть, либо оно отсутствует. Все сериалы, которые не были восприняты зрителями, это сериалы, в которых между актерами не возникла связь. Зрители должны задуматься, в реальной жизни они и правда пара, в противном случае ничего из проекта не получится. Как считает актер, с Демет все было совершенно, но на данный момент он одинок и любви в его жизни нет. Зрители же одолевают домыслы, о чем хотел сказать актер. Возможно, это признание, что между ним и Демет была любовь во время съемок сериала, или, может, речь шла исключительно о персонажах? В любом случае, многие зрители оценили такое признание крайне отрицательно. Если отношения, о которых идет речь, уже закончены, то не стоит позорить женщину, с которой был ранее близок. Это вопрос чести, к которому мусульмане в Турции относятся очень трепетно. Конечно, хотелось, чтобы в ближайшее время Джан дал разъяснение по этому поводу.